Всем привет, друзья! Вы на канале по заработку «Помоги другому». И сегодня я решил снять обучающее видео, как выводить монеты LBC из Library на биржу CoinEx и как дальше выводить монеты из биржи на карту банка при помощи мониторинга обменников BestChange. То есть, посмотрев данное видео, вы будете знать, как ваши монеты обменять на рубли либо на гривны. Ну, давайте начинать. Хочу вывести я 400 монет LBC. Для этого нажимаем Send Credits, выбираем количество монет на вывод 400 монет. Здесь нужно ввести ваш кошелек на бирже CoinEx. Заходим на биржу CoinEx, нажимаем Assets, дальше в поиске вводим монету LBC, и мы видим вот монетка LBC, и нужно нажать на депозит, чтобы нам показала наш адрес нашего кошелька. Скопировали адрес и вставляем его в строку вывода и нажимаем Send. Еще раз нажимаем Send. Все, мы видим, 400 монет ушло на биржу. И здесь нужно будет подождать подтверждения. Как только 20 подтверждений произойдет, я возобновлю видео. Так, монетки пришли на мой баланс на бирже CoinEx. Вот мы видим 400 монет LBC у меня на балансе. И дальше нам нужно зайти на биржу. Нажимаем Exchange. И нам наши монеты LBC нужно обменять на биткоин, на сатоши. Мы в поиск вбиваем LBC и выбираем направление LBC BTC. Внизу выбираем кнопочку Market. Здесь выбираем продажа максимального количества монет, то есть 400 монет. И нажимаем продать. Вот заявка создана. И как показывает практика, монеты должны сразу же обменяться. Давайте нажимаем Assets и посмотрим, у нас на балансе появились ли у нас сатоши. Да, мы видим, что 154 тысячи сатоши у нас на балансе после обмена 400 монет LBC на биткоин. Смотрите, можно сразу зайти на мониторинг обменников BestChange и вывести биткоины на карту банка. Но у нас получается большая комиссия при выводе биткоинов. При выводе сатоши 30 тысяч сатоши у вас взимается комиссии. Поэтому я обмениваю биткоины на доги, где комиссия на вывод минимальная. Там всего один дог комиссии, а это меньше цента. Поэтому опять переходим, нажимаем кнопочку Exchange. В поиске нажимаем, находим доги, прописываем дог и выбираем направление дог BTC. То есть сейчас нам нужно купить доги. Для этого нажимаем снова Market, и вот тогда мы продавали, а сейчас нужно купить. И на максимальное количество имеющихся у нас биткоинов мы покупаем доги. Нажимаем кнопочку Buy Dog. Заявочка создана. Заходим в Assets. И мы видим, биткоина у нас нет, значит, доги у нас купились. И у нас 5648 догов
которое можно вывести с минимальной комиссией. Нажимаем дальше кнопочку Withdraw, вывести. Так. Дальше нам нужно сделать следующее действие. Заходим на мониторинг обменников BestChange. Ссылочка на данный ресурс будет в описании под видео. И здесь нам нужно выбрать направление обмена. Слева в колонке «Отдадите» выбираем Dogecoin, Dog. А справа в колоночке «Получите» нам нужно указать, на какую карту банка мы будем сбрасывать средства. Если у вас Privat24, например, или там Монобанк, или там Русский банк, выбираете этот банк. У меня Visa MasterCard, Raiffeisen Bank. Поэтому я выбираю Visa MasterCard. И дальше у нас справа откроется список обменников, которые готовы обменять вам ваши средства по указанному направлению. У нас это Dogecoin на карту Банка Украины. И вот мы видим, чем выше стоит обменник, тем выгоднее курс. И также у нас указывается вот минимальная сделка и максимальная сделка. Нажимаем, я уже обменивал этим обменником, нажимаем Kivex. Так, здесь дальше нужно будет нажать обмен и выбрать слева Доги на карту банка Юань. Внизу выбираем количество догов у нас. Давайте зайдем на биржу. Вернемся назад, чтобы посмотреть точное количество имеющихся у нас. Получается 5648. Давайте 5640 догов. 5640 догов. Это у нас будет 375 гривен. И внизу я ввожу номер карты. После чего нужно будет ввести капчу и нажать обменять. Сейчас я нажму на паузу, введу номер карты и нажму далее, чтобы не было видно номера моей карты, так как эта информация является конфиденциальной. Так, я ввел номер карты, нажимаем дальше обменять и нажимаем ОК. Сейчас создается наша заявочка. И вот мы видим сумма платежа, сумма к получению. Нужно нажать кнопочку «Перейти к оплате». Мы должны на самой бирже отправить наши доги на адрес, который нам предлагают. И после того, как заявка получит статус оплачено и будет одно подтверждение, нам на карту сбросят денежку. Заходим на биржу CoinEx. Значит, мы в нашей заявке скопировали адрес, копировать, и 5640 долларов нам нужно перекинуть на этот адрес. Заходим на биржу, нажимаем вывод, в поле адрес вставляем адрес, скопированный из заявки, вставляем его, выбираем количество 5640, и вот видите, комиссия 1 дог. Дальше запрашиваем смс-код. Так, код я уже ввел, и нажимаем кнопочку
вывести. Так, друзья, нам пишет, что нам нужно подтвердить наш вывод наших долгов на почте. Заходим на почту, открываем письмо и нажимаем подтверждение перевода. И нажимаем вот эту желтенькую кнопочку. И нам пишет, что все хорошо, и мы ожидаем перевода на нашу карту. Давайте зайдем на банковскую карту. Вот на карте вы видите, у меня сейчас 302 гривны, а должно прийти по заявке 374. То есть 676 гривен у меня должно быть на карте после перевода денежки. Нажимаем на паузу и ждем. Так, друзья, пришла смс-ка на телефон. Прошло буквально минут 10-15. Давайте перезагрузим онлайн-банкинг Райффайзена. И мы видим, что у меня на балансе 675 гривен, как и ожидалось. Так что вот таким вот образом при помощи мониторинга обменников BestChange можно обменивать любую криптовалюту, переводить деньги с любого электронного кошелька на любой другой электронный кошелек, либо на другую, либо на любую карту банка. Вы сами видите, как много здесь направлений обмена. Пользуйтесь этим ресурсом. Здесь в этом мониторинге только проверенные обменники из хорошей репутацией. Вот справа вы можете увидеть репутацию, хорошие отзывы и положительные, и отрицательные. То есть плохих отзывов нету. Здесь каждый обменник дорожит своей репутацией, поэтому не нужно как бы переживать, что ваши денежки где-то потеряются. На этом буду, друзья, заканчивать данное видео. Ставьте лайк, кому это видео помогло, пишите комментарий с вашими отзывами, с вашими вопросами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик возле подписки, чтобы не пропускать новые видео. До свидания, друзья.